Можем. Где он учился? У меня Кира. Кира? Можно? Кира, у меня такая ситуация. Как тебе объяснить? Ну, буквально с тобой, ну, знаем друг друга, наверное, 2 недели, да? Но ты сама хорошо видишь. Наши отношения, они лучше, чем отношения стали. Поэтому я тебе хочу признаться. Ну, знаешь, были такие ситуации, я изначально тебе не мог всего рассказать. Но после того, как я увидел, что между нами произошло, теперь тебе надо довериться, как своему родному человеку. С чего начать? Ну ладно, Кир, я не могу с тобой остаться на следующий день. Мне пришла телеграмма. Мама написала, что она очень сильно больна. А мне надо уехать сегодня. Ты же знаешь, что это жена Сирии, там же прописано, просто я здесь буквально нахожусь 3-4 года. А так все это время я жил там. И единственный человек, кто у меня есть в этой жизни, это пока моя нация. Но ты так на нее похож. Почему, когда я тебя убил, я сразу понял, что здесь что-то есть такое одно целое. Понимаешь, что ты, ну, ты не сказать слова, это только это. Можно сказать, сердце. Поэтому я вынужден с тобой уже это время расстаться, потому что мне это очень больно. Но пойми, мать все-таки для меня дороже. Я знаю, что ты не сможешь поехать за мной. Стоп! Ну, восхитительно, Арбан.